Так, если мне нужно развернуться, что, разворачиваемся? Нет. За регулируемый перекрёст. Сейчас вы мне проверите на понятие, да, что такое регулируемый перекресток. Я бы вот здесь развернулся. Так, теперь Андрей говорит, двойка у меня. Это нерегулируемый перекрёсток. Есть пешеходная дорожка, есть светофор, есть неравнозначная дорога, все-таки дорога. Т это, правильно? Что это? Это Т, буковка. Ну, Т-образная. Угу. Ну, как я понимаю, или я неправильно понимаю? Ну, что это такое? Это регулируемый перекрёсток? Перекрёсток. Красивые тоже вот машинки, мне нравится. Пример. Он нарушил или нет? Кто? Вот он? Кто сейчас выехал? Ну там пешеходов не было, насколько я понимаю. А какой сигнал ему горел? Такой же, как и тебе. Тебе какой горел? Красный. Вот ему тоже. Так, следовательно, он не мог начинать движение, правильно? Да. А почему он не мог начинать движение? Ну что, запрещающий сигнал и пешеходная дорожка? Не? Это нерегулируемый перекресток. Нерегулируемый. Регулируемый перекресток, он Выборгская, где много светофоров, а это всего лишь регулируемый пешеходный переход. Сейчас мы будем здесь стоять, да? Ну как? Но пока вот поток машин, да, не позволит, вон, за тем троллейбусом. Ну да, чуть-чуть руль отпусти, а то он гудит. Вот так. И вот, вот сейчас почему поехали. Видишь, нам зеленый горит. Вот мы проезжаем. А горел бы красный, мы бы остановились. Потому что это не перекресток. Так, короче, подсказка. Везде светофоры должны во всех направлениях, да, быть. То есть. Ну вот, видишь светофор? Угу, впереди. Вижу. Со дворов справа будет машина выезжать. Ему какой свет, сигнал будет светить? Никакой. Красный. Он выезжает на дорогу, он видит красный сигнал светофора. А, ну когда выйдет там-то. А когда он выезжает или стоит на перекрестке, да, чтобы. Он всех пропускает. У него нет никакого сигнала светофора. Значит, он. Значит, это не перекресток. На перекрестке бы нам бы горел бы красный, а я в его сторону горел бы зеленый. Ну, короче, я погуглю, еще почитаю по ДД и визуально мне что это. Ну вот здесь также ты выезжаешь и горит красный, ты же остановишься, вот там становишься. А там светофор просто чуть-чуть ближе стоял к выезду. А Выборгская — это полноценный регулируемый перекресток, да? Где на рынок, да, поворот, да? Направо. И вот на вот этом гаишник, да, тоже поймал, конечно, сказал. Конечно, да. То есть человек едет хорошо, но а правила не понимает, да? Неправильно оценил, да, дорожную обстановку и тому подобное.